Сорт томата кабанята. Это среднеранний сорт. Созревает за 110-115 дней. Куст у этого сорта прочный, компактный, высотой до 1,5 метра. Плоды такие вот округлые. Округлая сливка. В полосочку оранжевые полоски, красные. В общем, он весь полосатый. Кожица у него плотная, по вкусу он сладковат. Сейчас взвесим. Один томат, он весом 61 грамм, и сейчас мы его разрежем. Вот такая вот сочная и мясистая мякоть у него. Этот сорт тоже универсальный, можно делать из него салаты. Можно делать домашние заготовки. Выращивать сорт можно и в теплицах, и в открытом грунте.